Всем добрый день. Сейчас я подготовлю тут, где сесть, и начнем. Так, сейчас еще чуть-чуть. Я нахожусь в тренажерном зале. Как тут камеру поворачивать? Добрый день. Надеюсь, меня хорошо слышно. Сахасире. Битекунинен бида гулахтарам. Спасибо большое. Во-первых, начну с того, что хочу поблагодарить всех, кто искренне переживает, поддерживает, несмотря на победы, поражения, всегда искренне желает добра. Это друзья мои, земляки, земляки, я имею в виду и как Якутию, и как Кыргызстан. Спорт, он такой, он достаточно жесткий вариант жизни. Он напрямую показывает, какого бывает в жизни. Когда ты выигрываешь, когда у тебя все хорошо, очень много людей вокруг тебя. Все поддерживают, все говорят приятные слова. Все являются твоими друзьями, поклонниками, которые всегда в тебя верили. Как только познаешь горечь поражения, очень многие люди сразу меняются мгновенно. Ты буквально становишься их врагом, как будто, не знаю, как будто ты заходил к ним в дом, избил их, ограбил, унес самое ценное и обидел в этой жизни. И прям начинается негатив, грязь и так далее. Таких людей я никогда не понимал. Я начну с того, что вот Олимпийские игры. Поражение, оно для спортсмена всегда является огромным ударом, испытанием, потому что вот любой человек, у которого вы спросите, который занимался, наверное, скажем, хотя бы минимум 3-5 лет занимался каким-нибудь спортом, желательно, например, единоборством, скажем, в частности, для своего примера, чтобы это было. И вот наверняка те, кто занимались спортом хотя бы 3-5 лет, ездили на соревнования, тренировались каждый день, и у них, естественно, у огромного числа из этих людей были поражения.
Но они же наверняка занимались этим делом, спортом. Каждый день приходили, тренировались, ездили на соревнования, проигрывали, снова приезжали на тренировки, снова начинали с тренировки, снова начинали готовиться, опять проигрывали, потом где-то выигрывали. И наверняка же они не ездили на эти соревнования, чтобы проиграть, с целью проиграть. Не тренировались каждый день после поражения для того, чтобы стать еще слабее, чтобы в следующий раз тем более точно проиграть. Наверняка каждый раз они с мыслями, с настройкой, чтобы выиграть, ездили на соревнования, на тренировки. Это все испытания. Спорт, он преподносит огромное количество испытаний. Кому-то чуть меньше, кому-то чуть больше. Но здесь без испытаний не обойтись. И поражение в спорте я стараюсь принимать как испытание на характер, на дух, на то, чтобы не ломаться психологически, морально. Потому что в жизни есть куда больше, куда более серьезные удары. И поражение в спорте с этим, если сравнить, это не настолько критично. Конечно, я для того, чтобы на соревнования, к которым я готовлюсь, в том числе и эта Олимпиада, отдал все, что у меня было при подготовке, не жалея себя, потому что, во-первых, это мой выбор, это моя жизнь. И если я не буду готовиться серьезно, я буду сам себя обманывать, терять свое время. И поэтому я максимально, как и любой спортсмен, тем более профессионал, готовится с максимальной отдачей. Но в единоборствах особенно вот есть такие вещи, как травма. Травмы – это очень тяжелые для любого спортсмена последствия вот профессиональных занятий. И, наверное, это еще одно из последствий того, что очень много я не знал, когда начал, вот именно в тяжелом весе, потому что когда мы начали с тренером готовиться, я начал очень поздно, 22 года я к нему только пришел, уже на 23 год, и в 23 я начал только серьезную тренировку, серьезные уже первые выезды за пределы республики у меня начались только в 23, и вот 30 годам, за 7 лет мы успели завоевать определенное количество медалей, титулов и набраться определенного опыта. Но при этом из-за того, что у нас не было спарринг-партнеров или старших, которые вот боролись на международном хорошем уровне, чтобы могли передать свой опыт, свои знания, что нужно делать, что не нужно делать. Мы из-за этого приходилось идти практически на ощупь, делать все подряд, пробовать все подряд. И вот там вот где-то у нас мы нажили огромное количество травм, которые только накапливаются. И поэтому на данный момент вот при подготовке к этим соревнованиям огромные проблемы со здоровьем. На обоих коленях порваны мениски, поясница, в нескольких позвонках. Между несколькими позвонками в пояснице стерты межпозвоночные диски. То есть, грубо говоря, это трутся позвоночники друг об друга и происходит воспаление, боль. То есть элементарно сложно встать со стула, сесть на стул, наклониться, поднять хотя бы там, не знаю, кроссовок. И последние вот полтора месяца мы каждый день готовились на уколах, на обезболивающих.
причем каждый раз сильнее, потому что идет привыкание, противовоспалительные и обезболивающие уколы. Это, конечно, очень сильно и серьезно сказывается и на самочувствии, и на здоровье, но цена была уже озвучена, Олимпиада, и как-то вот отказываться или сниматься уже варианта не было, надо было идти до конца. Мы приложили все, что только есть в наших человеческих ресурсах, как могли, подготовились, приехали, но все-таки не смог я преодолеть эти боли, потому что любое резкое движение бьет сразу в поясницу, там словно током кто-то бьет прям в самый нерв, и ноги уже сами подкашиваются, я даже не понимал, как уже оказался на коленях. То есть просто вот бьет по суставам боли, и ты просто вот теряешь равновесие. Это только от того, что ты теряешь равновесие, это ерунда. Это вот сама боль вот эта, которая остается, она прям очень противная боль. Словно стоматолог тебе вот самый нерв в зубе ковыряет и прям вот держит его, вот нерв проткнул и держит. Что-то вроде этого. Поэтому, я во всяком случае, на сегодняшний день мне 35 лет, я занимаюсь тем, что я люблю, тем, что мне нравится. Я с детства мечтал быть борцом, с детства хотел тренироваться именно вольной борьбой. И на сегодняшний день я не жалею, что выбрал этот вид спорта, я не жалею, что такова цена большая. Сегодня, на сегодняшний день мне помогают перенести обычный повседневный день укола или обезболивающие таблетки. То есть без этого мне сложно, качество дня у меня нарушается кардинально. Я лет 5-6 не могу спать на животе или на спине, вот последние лет 5-6, вот это из-за поясницы, только на боку. Поэтому как бы цена определенная у всего есть, надо быть готовым. Это я к чему? К тому, что если ты что-то поставил в своей жизни, надо быть готовым заплатить определенную цену, и это не в деньгах эквивалент, а в основном это твое здоровье и твое время. Это самое ценное в жизни. Но на сегодняшний день мне грех жаловаться, слава Богу, только слава Богу, это с Божьей помощью. У меня есть чем гордиться на сегодняшний день. Есть определенные серьезные результаты, есть определенные медали, и грех жаловаться. Я стал участником 2 олимпиад, тем более эта олимпиада была одной из самых конкурентных, потому что это впервые в истории, наверное, такой, точно это такой жесткий отсев, всего 16 человек со всей планеты. И отсев очень серьезный, тут прям надо очень много отдать, и когда вот есть такие типа знатоки, которые пишут, что подарили лицензию, там еще что-то, это просто люди не знают, о чем говорят. Есть подарок и шанс, это когда ты не вкладываешь ничего и нечаянно получаешь. Я же тут вложил абсолютно все, что у меня было. На каждом соревновании отдавался по максимуму, на каждой тренировке отдал все, что у меня было, оставил все, что у меня было, чтобы добиться этого результата. И если бы я не добился медалей на этих лицензионных турнирах или снялся бы на одном из них из-за травмы и так далее, или в принципе бы уже до них снялся бы, то естественно я бы не получил лицензию. То есть здесь не дают за красивое слово «пожалуйста», не дают из жалости путевку. Ее можно только заработать, только заслужить.
Если бы это было просто, то такие великие борцы, как вот Кинчи Гешвили, Бароус и так далее, многие-многие олимпийские чемпионы, призеры прошлой Олимпиады, чемпионатов мира, даже они не попали. То есть это говорит о серьезной конкуренции. Поэтому любого спортсмена, кто попал на Олимпиаду, мне кажется, уже только за это стоит уважать. Я сейчас не только о себе, я в принципе. Любого спортсмена, который занимается профессионально, несмотря на какие-то, не знаю, череду поражений, нельзя оскорблять, унижать. Человек отдается полностью. Человек погружен в процесс. Он трудится, но иногда бывает такое, что ну, не дается оно, не приходит. И для меня это всегда было дико, когда люди, которые абсолютно не знают, что, через что прошел человек, через что он проходит, какую цену заплатил, начинают смеяться над ним, оскорблять, как можно только вот соревнуясь между друг другом в комментариях, там, не знаю, топить в грязь. Для меня это всегда было диким и показателем того, что человек обладает очень низким интеллектом. Потому что только человек с низким интеллектом может смеяться над другим человеком, как у которого что-то не получилось. Потому что это все возвращается, и мне кажется, это неправильно. Есть такое понятие, как карма, такие вещи, как карма. И если ты что-то сказал или сделал плохое, то оно в любом случае тебе вернется. Не обязательно именно точно так же зеркально, но через что-то другое. И не факт, что оно будет точно такое же, и не факт, что оно будет слабее. Оно может быть хуже, может быть чуть мягче, но это плохое тебе вернется. Поэтому нельзя быть негативным по отношению к другим людям, не зная, кто это такие, не зная, через что они проходят, какую цену они платят. Есть спортсмены, которые заплатили такую цену, что они стали инвалидами. То есть я благодарен Богу абсолютно за все на сегодняшний день. За то, что у нас в Якутии нету ни спарринг-партнеров, ни опытных борцов, которые долго и успешно там тренировались, добивались успехов, хотя бы человека там 5-6. Нету специалистов, которые воспитали конкретно спортсменов высокого класса там, в тяжелом весе, которые могли бы вот. То есть не было почвы, которая могла бы мне реально помочь, находясь дома. И это сложно. И когда у тебя нет условий такого рода, это очень тяжело. Это все равно, что, например, Майк Тайсон, мне кажется, мы бы никогда не услышали таких имен, как Майк Тайсон, Мухаммед Али, Бойсар Сатиев, Александр Карелин, если бы у них не было в свое время, на ком расти, сильных спарринг-партнеров, опытных тренеров, преемственности, традиционных каких-то победных историй в их регионе. Например, если бы Мухаммед Али тренировался только на груше, он бы не стал Мухаммедом Али. Если бы Бойсар Сатиев тренировался только на чучеле, он бы не стал Бойсаром Сатиевым. Тут примерно вот то же самое. То есть мне, чтобы потренироваться, приходилось уезжать из дома очень надолго в другой регион. Это всегда психологически тяжело, особенно в начале, когда ты никого не знаешь, все другое, все другие. Это не твоя обычная домашняя еда, к которой ты привык, не тот комфорт, атмосфера, к которой ты привык. Элементарно кровать не такая, к которой ты можешь
куда удобнее спать и восстанавливаться в домашних условиях. Поэтому денег как бы особо не выделялось, особенно в начале. Но это и закономерно, потому что начинающему спортсмену хотя бы хоть что-то надо показать, чтобы в него вливали деньги. И поэтому на сборы, например, вот как есть, и это факт, то есть все сборы, которые я, именно учебно-тренировочные сборы, которые я провел на Кавказе, например, с Кыргызстана, не оплачивались ни разу, а оплачивались в Якутии. То есть это либо мы с тренером использовали свои деньги, он свои деньги вкладывал, я свои деньги. Точнее, это деньги моих родителей, родственников, друзей родителей. У кого-то в долг мы брали. То есть это было очень сложно. Затем у нас появился очень хороший наш теперь уже друг, меценат, который очень сильно помог в свое время. Благодаря ему и началось вот это все восхождение на пути карьеры тяжеловеса. Березин Семен Максимович, компания «Стерк», страховая. То есть, если бы не он и его ощутимая помощь в течение нескольких лет, это было бы невозможно сделать. Вот, например, про трудности, которые приходится переживать. Например, вот мне хотелось бы вот триумфаторов сегодняшней Олимпиады назвать. Вот Заурбек Сидаков, Артур Найфонов. Эти парни, когда были школьниками 17 лет назад, у них произошла трагедия. Они учились в Беслане, и там произошло, были теракты. То есть вот та трагедия беслановская, где погибло очень много людей, детей, взрослых. У Артура не стало мамы. Это вот настолько страшная цена. И вот если бы эти парни сдались и сломались тогда, мы бы сегодня не услышали. То есть успехов добиваются только те, кто не сдаются, и только те, кто принимают трудности, перешагивают через них, как бы это тяжело ни было, и идут вперед. И только тогда вот успех, какая-то удача и счастье в жизни будет заслужено. Дана Богом. Поэтому, а если бы, например, кто-то из них проиграл, или они оба проиграли, то началось бы очень много грязи, очень много критики от псевдоспециалистов. И из-за этих псевдоспециалистов могли бы повестись уже другие, то есть уже стадное чувство. Поэтому, ну и не зная вот такую трагедию, судьбу у людей, поэтому никогда не стоит поливать грязью, негативом, что бы ни случилось плохого у людей, как бы у них какие поражения бы ни случались в жизни, особенно спортсмен. Ну что еще? Ну, вот это, наверное, основные вот эти моменты, которые я хотел упомянуть. И вот что для меня сегодняшняя победа? Сегодняшняя победа для меня — это прежде всего поддержка моих земляков. Прежде всего это поддержка людей, искренняя поддержка. И от этого вот и человек ощущает, что я прошел этот путь не зря. Я не зря пожертвовал достаточно многим, серьезно. Тем более у меня был 4-летний перерыв
вот 16 по 20 год у меня был перерыв, то есть я не участвовал ни на каких соревнованиях, я не тренировался на ковре, не готовился ни к чему, я просто проводил обычные тренировки в кроссфите, по легкой атлетике, еще где-то, ну то есть так, просто держался я в форме. И 4 года спустя, в 20 году я решил вернуться, и тут бахнула пандемия. И то есть я вернулся в октябре 2020 года в надежде попасть на Олимпиаду, побороться и приложить там максимум своих усилий. В течение этих 4 лет произошло много хорошего и много плохого в моей жизни. Я потерял маму, пережил предательство близкого человека, травмы. Абсолютная финансовая пустота, то есть было сложно, но я не терял надежды, я не опускал рук, потому что, во-первых, что я за человек такой, если бы сдался, опустил бы руки, как бы, что бы сказала моя мама, что скажет моя мама, когда я с ней встречусь, если я сдамся при каких-то сложностях в жизни. Сложности в жизни человека для того, чтобы их преодолевать. И каждому дается та сложность, которая ему на самом деле по плечу. И стоит тебе преодолеть эту сложность, у тебя будет определенное вознаграждение. И я вернулся 4 года спустя. Удалось хорошо побороться в ноябре на международном турнире в Москве, на Кубке мира, затем на чемпионате Азии, на лицензионных турнирах и путевка на Олимпийские игры. То есть последние полгода были очень насыщенные. И сейчас я не жалею, что решил вернуться, но огромная череда травмы, она вот преследует меня, и сейчас я ничего не могу сказать конкретно. Сначала, прежде всего, надо восстановить здоровье, хотя бы просто для того, чтобы элементарно обычный бытовой день у меня проходил без боли. Чтобы хотя бы элементарно я мог с пола поднимать свою обувь без боли. Потом уже следующий год есть азиатские игры, 24-й год, есть Олимпийские игры. То есть я ничего загадывать не буду, ничего конкретно говорить не буду. Ну, как бы, все со временем будет ясно, и там уже все будет видно. Ну, примерно как-то так. Отдельная благодарность, конечно, Кыргызстану. У меня в Кыргызстане есть очень хорошие друзья. Улан, Данчик, вы красавцы. Мне повезло в жизни с друзьями. У меня друзей очень много, хороших друзей. В Осетии у меня просто это бешеные ребята. Это просто хищники. Это вот Осетии я благодарен. Это безмерно. Кыргызстану, вернусь к Кыргызстану. В Кыргызстане меня поддерживают, несмотря ни на что, огромное количество людей. Кыргызстан, Алга. Это... Наверное, моя судьба, то, что благодаря Кыргызстану я состоялся как борец. То есть тут никаких, не знаю, сомнений или негативных мыслей у меня быть не может. Когда я перешел за Кыргызстан, у меня не было никаких результатов на международной арене. На сегодняшний день я не раз ходил десятку сильнейших борцов мира, поднимался на пьедесталы различных соревнований в течение долгого времени. И все под флагом Кыргызстана. И у меня есть определенное количество болельщиков, которые всегда меня поддерживают, пишут. Когда бываю в Кыргызстане, даже кто-то узнает, подойдет, пожмет руку, пожелает удачи. То есть это очень приятно, это говорит о многом. А вот Осетия, это вот республика, которая меня именно воспитала как
спортсмена высокого класса. Там, то есть, чтобы вы знали, это настолько рабочие, приятные условия создавали, что, например, ребята специально подстраивались под меня, зная, что у меня соревнования, они, то есть, как спарринг-партнеры последовательности, когда надо было делать контрольные схватки, они уже заранее обговоренные схватки, планы, они меняли только вот ради меня, вот только вот из-за уважения как гостю, как человеку, который готовится, потому что там практически все спортсмены уже с малых лет знают, что такое соревнование, что такое подготовка. И тренера, и спортсмены любого возраста всегда, вот когда к ним обратишься, они всегда придут на помощь, они всегда что-то подскажут, они всегда искренне, со всей душой тебе помогут. Казбек Магомедович Дедикаев – это вообще легендарнейшая личность. Честь, огромная честь вот такого легендарного человека тренироваться. Он нам с Иваном Николаевичем очень сильно помог. Он очень много советов дал, очень много наставлений дал. Очень сильно помог в процессе подготовок ко многим турнирам. Казбек Магомедович Исаев. Казбек Исаевич Дедикаев, тренер Мусульбеса Хадарцева, тоже очень сильно мне помогал в свое время, царство ему небесное. Он очень сильно и серьезно помог мне со многими базовыми движениями, деталями, именно как для борца тяжеловеса. То есть вот это практически моя вот вторая родина за последние многие годы, которые я вот тренировался, я очень много месяцев в год там находился. И Северная Осетия для меня всегда в душе, в жизни будет вызывать самые теплые чувства. И друзья, которые у меня там есть, у нас очень хорошие, крепкие отношения. Мы всегда на связи, всегда поддерживаем друг друга. Если есть какая-то возможность, всегда помогаем, отзываемся друг другу. Поэтому в жизни мне достаточно сильно повезло. И я только могу быть благодарен, могу только говорить спасибо Богу за все это. В тяжелом весе я набрался достаточно опыта, и надеюсь, этот опыт, возможно, применю во благо будущих тяжеловесов. Что касается мыслей, некоторые вопросы, которые мне очень много раз задают, пишут, я вот примерно запомнил и на них вот отвечаю, отвечу по возможности, что вспомню. Например, про школу тяжеловесов в Якутии. Это хорошая идея, которую мы с тренером уже давно задумали. В принципе, при желании, при поддержке руководства или каких-то отдельных инвесторов, спонсоров, это, в принципе, осуществимая задача. Мы на данный момент в Республике Саха есть только один специалист реального по факту уровня по подготовке тяжеловесов. Это Сивцев Иван Николаевич, мой тренер. На сегодняшний день конкретно в тяжелом весе реальные результаты есть только у него. Именно он, его стратегическое мышление, его подход к тренировке и подготовке абсолютно из сырого человека, у которого не было ничего, кроме просто желания, вот, ни физики, ни таланта, ни чувствительности, абсолютно, ни какой-то базовой подготовки. Тем более я пришел почти в 23 года, в этом возрасте многие заканчивают бороться. Он, то есть за короткое время очень много мы прибавили, благодаря только вот его мышлению, его желанию, его вот желанию именно в тяжелом весе воспитать кого-нибудь из Якутии.
И насчет этого, да, это действительно такая, чем больше времени проходит, тем больше мыслей об этом есть. Поэтому мне кажется, если в таком ключе работать, то тяжелый вес и в республике Саха когда-нибудь начнет становиться конкурентным. На сегодняшний день признаем тот факт, что в Якутии тяжелый вес не конкурентный абсолютно. То есть я единственный человек, который готовится, например, к чемпионату мира или чемпионату континента. И у меня дома нету даже одного-двух конкурентных международного хорошего уровня ребят, с кем бы можно было поработать. Вообще даже одного-двух человек. То есть это невозможно подготовиться с такими. И при этом при таких условиях надо подготовиться и победить таких представителей, как, например, американец. Их 300 миллионов. Представьте, какая государственная база там работает на подготовку первого номера страны. Турция. 80-90 миллионов населения. Представьте, какая государственная поддержка идет. И так далее. Китай 1,5 миллиарда. Индия 1,5 миллиарда. То есть вот... А в Якутии, например, у меня даже спарринг-партнера нет, с кем можно было бы сделать прям хорошую схватку, вот, прям, который имеет очень хорошую базу международного уровня. То есть это конкуренция, это реальная такая угроза на мировой арене в Якутии. Например, как в Осетии сейчас в тяжелом весе, вот, там реально очень много талантливых ребят, огромно. Длинная история традиционных побед в тяжелом весе. Поэтому для сравнения, вот у нас 45 лет как нет олимпийской медали в Якутии. В Осетии 45 лет как есть каждую олимпиаду олимпийские медали. Вот как бы это много о чем говорит. Вот дам пример. Вот сегодня в Якутии тренируется примерно 4-5 тяжеловесов, молодых парней 18-20 лет. Если они будут хорошо тренироваться, возможно, кто-то из них через лет там 5 будет иметь серьезные результаты. Возможно. Но если это будут тренировки на уровне среднячка, но они хотя бы на уровне России прибавят, затем каждый из них откроет секцию, будет тренировать тяжеловесов, те ребята немножко прибавят. Тут уже хотя бы человек 15-20 наберется в Якутии, начнется хоть какая-то минимальная конкуренция. Потом те ребята своим опытом уже начнут тренировать других, и вот уже 15-20 тренеров в тяжелом весе будут готовить еще по 10-15 каждый. И то есть вот там вот уже где-то 30-40 конкурентных между собой неплохого уровня ребята могут создать реальную угрозу, и то есть реальные какие-то претенденты будут на медали. На сегодняшний день у нас элементарно человеческий ресурс минимальный. У нас вот, дай бог, что 4-5 человека придут, и это уже победа в зале вот тяжелого веса ребята. Поэтому надо смотреть фактам в лицо. Конечно, мы максималисты. Я сам тоже хотел медаль. Но, естественно, были поводы о ней думать, потому что есть определенные медали, определенные титулы. Но как бы надо факты принимать фактами. То есть после... Сейчас надо смотреть на все трезво. Не имея спарринг-партнеров, не имея должного таких хотя бы минимальных условий в этом плане, как можно становиться олимпийским чемпионом или призером, выигрывать тех людей, у которых по 10-15 отфильтрованных со всей стороны спарринг-партнеров. Не говоря уже вот прям о круглогодичной подготовке этой, о круглогодичном финансировании регулярно и так далее. Поэтому тут вопрос сложный и надо более трезво оценивать.
Конечно, у нас это чисто человеческая психология. Хочется больше и больше, но вот как бы на сегодняшний день я единственный экземпляр, и из-за этого сложно с кем-то вот на ком-то расти, с кем-то прибавлять. Тем более, а тут еще травма появится, и все, и сразу несколько шагов назад, и заново приходится начинать. Поэтому вот, перспектива на будущее. Надеюсь, что в будущем все это у нас превратится в такую же удачную, успешную, победную традицию, как и в легких весах. А в легких весах я бы не сказал, что у нас какой-то застой, о котором многие говорят. У нас есть призеры, чемпионы России, международных стартов, чемпионата Европы. Что по молодежи, что по юношам, что по взрослым. Поэтому о застое я даже не знаю, кто оттуда берет эти слова о застое. Застоя у нас нету, провалов у нас нету. Стабильные результаты, стабильные медали. Я не знаю, кто подливает масло в огонь. Как будто у нас каждый чемпионат мира вот по 10 медалей приходил из золота, и тут резко их не стало. То есть у нас регулярно были определенные медали. Какой-то год чуть меньше, какой-то год чуть больше. И как бы мы в этом плане не сбавили. В легком весе всегда была конкуренция, и в легком весе всегда были определенные результаты. Так, и насчет возраста. Мне 35, но по результатам, которые мне удалось после 4-летнего перерыва получить на Кубке мира, на чемпионате Азии, то есть это говорит о том, что возраст абсолютно здесь ни при чем. Самое главное — это тренироваться стабильно. А регулярные тренировки, если есть, то ты всегда в форме. Как бы, вот, даже в весе 47 килограмм Валерий Иорданов, 47-52 килограмм, он боролся до 42. Вот Михаил Лопес сейчас 39 лет выиграл 4-е золото на Олимпиаде, никому не дав даже балла. Поэтому возраст до таких в логичных рамках, там, скажем, 40, 41, там, 42. В принципе, не особая проблема, если ты всегда себя держишь в форме. Другое дело, когда ты распускаешься, расслабляешься слишком, там уже как бы сложно. Поэтому главное желание, мотивация, самомотивация. И тогда, в принципе, можно тренироваться и бороться на высоком уровне. Так что, если есть какие-то атлеты, кому 27, 8, 30 лет, не надо на них ставить крест. Что насчет критики, вот, которые вот мне очень много людей пишут, не обращать внимания на хейтеров, не обращать внимания на злые языки и так далее, и так далее. Я давно понял, что различные заумные слова наподобие «не выложился до конца», «не собрался», «не взял медаль», надо было забыть обо всем и бросаться, там еще что-то. То есть и сопровождение с определенными там язвительными оскорблениями. Эти люди, все эти слова понахватались в основном из фильмов, которые посмотрели, там, не знаю, о Рокки Бальбоа, там еще каких-нибудь спортсменов там спортивного характера. Эти люди сами не понимают, они не знают, что такое тяжелая тренировка, они не знают, что такое выложиться, они не знают, что такое забыть обо всем. Абсолютно, 100% уверен. Любой из этих людей, которые так красиво, уверенно пишут, они четче всех, четко знают, что они абсолютно не знают, о чем пишут сами на самом деле. И таких людей будет всегда очень много. Если вы на что-то собрались идти, на что-то большое, на что-то необычное,
людей, которые не верят в вас, люди, которые оскорбляют вас, унижают вас, их будет много. Потому что неуверенных в себе людей на самом деле очень много. Никого не надо слушать, я вот никогда не слушаю. Это их мнение, это их психологическая неуверенность в себе. Все эти слова о том, что мешок слабый, не сможет, там еще что-то там, да никогда у тебя это не получится. То есть я этого слышал очень много раз, и очень много раз это все доказывал обратными результатами в итоге. Мне очень много раз говорили, что я на чемпионате мира или там на чемпионате Азии никогда не смогу хорошо с вами побороться. Мне очень много раз говорили, что Олимпиада это вообще, ты просто забудь о ней. Ну, как бы результаты говорят сами за себя, я никогда не слышал таких людей, никогда не воспринимал всерьез таких людей. Как только я понял, что это люди слабые характером на самом деле люди, на самом деле через свою призму неуверенности и слабости говорят о тебе, я понял, что это просто очень слабые, недостойные внимания вот эти вот хейтеры, как сегодня модно говорить. Это их как бы, их жалеть надо. У них бедных ничего в жизни не получилось, они бедные ничего в жизни не добились в силу своего слабого характера, без мотивационности вот этой вот, без цельности. Они просто плывут по течению, потом видят, что кто-то добивается где-то успеха в чем-то. Они привыкли обвинять всех вокруг себя, кроме себя. И вот как бы таких очень много, таких всегда полно, и они всегда будут говорить, и ничего кроме говорить. Поэтому ни с кем, никому не надо слушать, никого не надо слушать, никому не надо верить. Верить надо только себе, своим мыслям, своей силе. Так, какие-то тут вопросы. Сейчас что-нибудь ответим. Как много комментариев. Вот о комментариях, которые я, например, вот все говорят, я даже не читаю эти комментарии. Ну, зачем тратить время на... чтобы прочитать абсолютно бесполезную информацию. Например, комментарии, вот, почитать, вот, например, статьи такие. Наши гимнастки заняли второе место на Олимпийских играх, российские гимнастки. Глянул ради интереса вчера вот комментарий. Второе место. Впервые с 2000 года Россия заняла второе место. Всегда занимала первым. В силу вот именно какой-то необъективной судейской бригады, там, судейской оценки. И там написано так много, вот через раз, просто вот перетывал, проскакивал, и куда бы глаза ни бросил. Надо было выложиться, надо было собраться, слабые. Конечно, там типа каких-то набрали, еще что-то, туристки. Люди сделали в жизни больше, чем вы и все ваши такие же слабые друзья. Они взяли медаль на Олимпиаде, они просто хотя бы приехали на Олимпиаду. Они взяли медаль на Олимпиаде. Как можно там придираться? К чему там можно придираться? Я не знаю, вот это насколько надо быть морально, вот, в себе неуверенным человеком, чтобы настолько вот всех обвинять вокруг в своих неудачах, что у тебя жизнь не такая на самом деле, как тебе хотелось бы, что вот даже до других вот цепляться. Для меня это просто дикость, поэтому я никогда не читаю, не обращаю внимания, не слушаю. Если бы я слушал слова других людей,
вот эти вот неуверенности, что я никогда не смогу бороться в тяжелом весе, там гиганты, там шансов абсолютно никаких, тем более из Якутии, и так далее, там, ты никогда не сможешь там выиграть иранцев, это вообще просто машины какие-то. Ну, то есть, на сегодняшний день я на официальных турнирах двух представителей первых номеров Ирана достаточно красиво победил, ну, как бы получилось. И если бы я слушал вот всех этих неуверенных людей, которые то ли советуют, то ли там, не знаю, заранее пытаются как-то предрешить твою судьбу, я бы давно бросил борьбу и сидел бы где-нибудь на ненавистной работе и также находил время заходить, регистрироваться где-то на сайте, потом писать, сидеть, потом смотреть, там, сколько человек это прочитало, не прочитало, прям радоваться. Не знаю, что там может стать легче в твоей жизни от того, что ты там обольешь кого-то грязью. Поэтому как бы я никогда не обращаю внимания, и любые слова, которые написаны вот не по существу, я вот не воспринимаю никогда всерьез, и для меня эти люди всегда являются как бы, ну, их пожалеть надо, это жалкие люди. Поэтому в жизни никогда не надо слушать людей, которые не уверены в себе. Что насчет, почему я выступаю не за Якутию, не за Россию? Потому что марамушта. Почему-то ни у кого не возникает вопросов, например, к футболистам, которые меняются клубами там 3-4-5 раз за карьеру. Вот, что он перешел за один клуб, за другой клуб, там еще какой-то, или за хоккеистов, или за этих, за НБА, там, баскетбол и так далее. Вот в единоборстве вот стоит кому-то перейти за другую сторону, все, что он, он слабый, поэтому. Артур Таймазов, трехкратный олимпийский чемпион, серебряный, четвертая медаль, серебряный медалист Олимпиады. Боролся, достиг этих медалей за Узбекистан, что он настолько слаб, что вот три раза Олимпиаду выиграл. То есть вот это не от того, что ты, спортсмены бегут из-за конкуренции сильных, а просто конкурентная очень, Россия очень сильная страна, где очень много сильных борцов. Но бывает ряд обстоятельств, которые не позволяют раскрыться всему этому потенциалу. И поэтому, если есть возможность представить другую команду, выбирают, и это обычная практика. За Турцию, за многие страны СНГ, за европейские страны очень много. Вот за Канаду борется иранец по происхождению. Ну, то есть в мире это практикуется во всех видах спорта. И здесь ничего нет криминального, здесь ничего нет такого, что там от трусости или там от своей слабости убежал. Если человек слабый, то его другая сторона в принципе и не возьмет. Так, насчет карьеры, ну я сказал насчет карьеры. Ничего конкретно говорить не буду. Так. Ну, сахаларга махтал, говорит, бирдо дилахтарам. Сахалар бирге. Сахалар батча агаяхат саннах омук сыддяран биге тюмсюлях полох пюстях тюмсюля джиннехти тылынан болбакка ыгынан хагынан болбакка биге джиннехти полох путугар тюмсюлях болох тахпут тюмсюлях дым көттүрек тахпут бәуетін өйен пюшкет пюш болан сайдыгы сайды ебен иннин дикере баран ехтер.
Бәуетін тепсе хаты ғырыптақпытына, интеллеге келлері хаты ғырыптақпытына, батча ғай хақсанына хомуқ сүті, тылы сүті, историята, культурата, итағаля сүті ола. Онын қая бағар омуқ түмсүйлі ақ болығана, болыққа қалар, болықтың сүппет, ата аттанар, культурата итегале барта әлбәқ омуқ бұйығығар ақса әддір болар. Интригалыған әтеген бәй-бәйөтін түйірсе ғаты ғырыптақ бұтына. Кеге бұйытынан, омуқ бұйытынан начаса стих бет. Тоғы дейтіққа ұры тұрыққаттан қолауыра қанның бар күштәқ омығу әхәрі бағардақтарына еғеттеттен аңалығылар. Еғетте интриге келдерінлер, бәвелерін маңны қарарамнар, қайтанлар. Онына де онынық бидді-бидді үже арақсывыт бәвелерден тесіпіт, жоно бидді-бидді қотон, сотон кәхелдер. Онынық құрдық беге саха омуга, сүппетін тұхуға. Саха итегале, сүппетін тұхуға. Саха жоны сүппетін тұхуға. Беге түмсүйлі, жиннәқті түмсүйлі ақ болық тақпы. Күште ақ саналы ақ болық тақпы. Мені ақ ол бұ мүлттіқ жон бір дилен импир бар болады. Қая бағар омуққа. Омуқ мүлттіқ бұтақ, жон мүлттіқ болынсы, кехе мүлттіқ болынсы. Онлық мүлттіқ жон саңатығар еңетігер кейлбекке беге бәуетін өйіхін, өйдіхін бұтықтан олардық бұтыны бейттері сайды дейкке, иннен дейкке барықты. Бұ бүгін ұлықан бағар болатырыр. Онлық айтақ құрдық түмсүйлі ақ. Әдер дейін, күтжағастыын, қыргыттар, олаттар, әр жоннар. Қайдақ құрдық күштерін, қықтарын, қатчыларын, таңастарын, біремелерін берен тұранлар, кем бағар бараны мұдларар, кем күп қатчы ғытар, кем таңас сап берер. Еті құрдық түмсүйлі ақ болақ бұтына дебеге, етедік бір саналақ болақ бұтына, беге қаған барыр дүгді деп бұт, қаған бары сайды деп бұраны деп. Ну, в общем, думаю, наверное, тут я что-то не знаю, что это за кнопки. Так, как этот эфир сохранить, я тоже не знаю, тут что, нажать что-то надо или что. Так, тут вопросы, в общем. Нравится ли мне Кыргызстан? Кыргызстан мне нравится. У меня есть хорошие друзья, у меня есть хорошие отношения. У меня именно вот кыргызы, у меня хорошие друзья есть. Это вот, это просто братья, которые в любой момент бросят свои какие-то личные дела и приедут на помощь, помогут. То есть это у меня вот Данчик, Улан. Это вот мы уже дружим 10 лет. 10 лет, несмотря ни на что, у нас вот никаких вот границ и недоразумений. По контракту, сколько я получаю, у меня нету контракта. Тут все от результата зависит. У тебя будет результат, у тебя будет стипендия. Не будет результата, не будет стипендии. Тут как бы все просто. И вольная борьба — это не такой коммерческий вид спорта, как футбол. Например, на сегодняшний день я бы хотел сказать, что у меня в копилке, скажем, вот 5 медалей с чемпионата континента, чемпионата Азии. Золотая, серебряная, 3 бронзовых. Олимпийское участие, медаль Кубка мира. Но на сегодняшний день
вот так вот ключи от машины, там, скажем, какой-нибудь, да, ключи от квартиры, вот, на, вот, возьми, как бы я не получал, и, ну, никаких предпосылок к этому никогда и не возникало. То есть, вот, скажем, там, денежными призами тоже миллионами никто мне на голову не сыпал, там, 3 миллиона, 5 миллионов, на, возьми, делай, что хочешь. То есть, 500 тысяч, вот, там, 700 тысяч, там, как бы, какой-то год, там, в совокупности было сколько. Ну, то есть, все вот так, поэтому... Я не знаю, я не могу сказать, что борьба очень такой хороший именно в коммерческом плане спорт. Он, в принципе, один из самых, наверное, таких сложных видов спорта и при этом один из самых низкооплачиваемых видов спорта. Не только про личный пример. Ну, не знаю, кому-то, да, квартиры дают, кто-то получает. Как бы я чисто лично за себя могу сказать. Я ничего не имею против тех, кому дают квартиры. Это абсолютно заслуженно, потому что ребята отдают всего себя, здоровье и время. Заслуженно получая, они работают, тренируются в ущерб всему, здоровью, времени, деньгам. То есть они абсолютно в минус, ты уходишь при подготовке, у тебя нет никаких ни денег, ничего, пока результатов не получится. И вот, наконец, а у всех, у каждого спортсмена есть родители, есть семья, есть дети, у кого-то дети, жена, родственники, родные, братья, сестры. Родители в основном пожилые. У многих, у некоторых болеют родители, болеют родные. То есть, если даже они получат, скажем, вот дадут спортсмену там за какую-то медаль там 200 тысяч рублей, сразу начнут говорить, вот, целых 200, конечно, там, за такие-то деньжищи, там, 300 тысяч рублей дали, скажем, 500 тысяч рублей. Ну, будем объективно смотреть. На 500 тысяч прямо сейчас ты ничего не купишь. Ни участка хорошего не купишь, ни квартиры, ни машины, как бы, хорошие не купишь. При этом у спортсмена этого есть дети, есть жена, есть маленькая зарплата. Есть старые родители, кто-то из них болен, кто-то, может быть, тяжело болен, кто-то кому-то и так далее. И он начинает помогать им. Часть сюда, часть туда, часть здесь. Все, деньги эти закончатся. То есть 200, 300, 500 тысяч – это очень маленькие деньги на сегодняшний день, на самом деле. Особенно у нас в Якутии. С нашими ценами, с нашими вот этими на продукты, на фрукты, овощи и так далее. Поэтому не надо считать денег вот спортсменов, они, это не каждый день эти суммы выдают, не каждый месяц даже выдают, по 300, по 500, там, тысяч, по 100 тысяч, это далеко не каждый. Это неужели эти 200 тысяч человек не мог бы заработать там за 5, 4, 3, там, за 10 лет кропотливой фанатичной работы? То есть в любой работе, адекватной, нормальной любой работе, если ты будешь работать фанатично, мне кажется, можно куда больше заработать. То есть вольная борьба, конкретно вольная борьба, не самый такой финансово богатый, обеспеченный вид спорта, где можно получить большие деньги. Поэтому лично я, вот, ну, мне сложно сказать, что прям можно заработать много. И контрактов никаких особо по толкам, по сути, нет. Например, когда у меня мама заболела, у меня не было денег помочь. У меня абсолютно никаких денег не было. Это был тот момент, когда у меня ни зарплаты, ничего не было. То есть я сидел еще и с травмой, не мог даже передвигаться. Вот только сошел с костылей после операции. И как бы, ну, сложно. Сложно этот момент, всей семьей, чем могли, как могли, где могли, там, заняли, собрали все, что продали, и как бы помогали. И я бы без зазрения совести всю свою карьеру, все эти тренировки, регалии какие-то, медали, все это просто в легкую, не задумываясь,
отдал бы, чтобы хотя бы на 4-5 лет меня вернуть назад. И у меня был бы хотя бы небольшой шанс хоть как-то помочь, предупредить, вот, не знаю, спасти маму. Например, в жизни, ну, в жизни бывает много сложного. Их надо уметь терпеть, эти сложные удары, тяжелые удары. Поэтому тут, если ты чем-то занимаешься, ну, надо заниматься не ради денег, мне кажется. В жизни всех денег не соберешь, всю власть не получишь. Как бы над сильнейшим, над сильным найдешься сильнейшим, над богатым еще богаче. Поэтому я счастливый человек только за то, что я сегодня проснулся здоровый. У меня есть свои руки, у меня есть свои ноги, у меня есть глаза, у меня нет никакой аллергии, я могу поесть любую еду. То есть я абсолютно счастливый человек уже только на этом. Я благодарен Богу, что я сегодня проснулся таким. Я благодарен Богу, что сегодняшний день так прошел. И то есть мне этого достаточно. Мне не нужно огромное количество миллионов, там, еще чего-то, баснословных суммы. Если я вижу, что кому-то могу помочь, я просто молча помогаю. Это добро, оно не должно делаться взаимно, взамен чему-то, для чего-то. Оно должно делаться искренне, тихо, спокойно. Как бы, поэтому, если я вижу, что кому-то могу помочь, я помогаю. И, ну, грубо говоря, вот, как, например, вот Хабиб Нурмагомедов, сказал пример. Если у тебя есть 2 рубля, ну, отдай 1 рубль. Тебе-то это хватит, а человеку, возможно, в жизни это поможет очень сильно. Поэтому иногда, вот когда был студентом, были такие моменты, когда у меня стипендия в студенчестве, у меня была 2500 рублей, это повышенная, как за хорошую учебу и за мастера спорта. И, например, вот 2500 рублей надо было там однокурснику помочь или там другу помочь, у которого какие-то проблемы. И ты, например, из 2500 вот только получил там, ну, 1,5-2 отдашь. Мне пока типа на этот месяц там на проезд на автобус перебьюсь там как-нибудь так. Ну, то есть человек должен быть человеком прежде всего. У тебя должна быть доброта, у тебя должна быть искренность, у тебя должно быть доброе побуждение. Никаких негативных мыслей, потому что негативные мысли — это болезнь, это вирус, она прогрессирует и забирает, а потом это закон притяжения. Плохое притягивает плохое, хорошее притягивает хорошее. Хорошие мысли притягивают хорошие моменты в жизни, поэтому как бы так. Ну ладно. На этом, думаю, достаточно будет. Я постарался раскрыть максимально все те темы, на которые мне писали. Очень много было сообщений, очень много сообщений приходит. Я стараюсь отвечать, но то есть на одно отвеченное приходит еще 10. Поэтому извините, кому не отвечаю, это не игнор. Абсолютно, я стараюсь максимально как бы адекватно на все реагировать, максимально оперативно на все реагировать. Огромное количество сообщений, огромное количество вопросов, которые были, я постарался как бы какие-то моменты, какие-то ситуации раскрыть, ответить. Надеюсь, этот эфир не принес никаких негативов. Как-то его нажимаю, что делать? Так. Не знаю, тут его как сохраняют, я что-то... Кто-нибудь подскажите, как надо его выключить. А, вот крестик.